фитнес-инструктор Ольга Миневич в нашей студии готова показать вам те самые упражнения, которые вы сегодня будете показывать и нам в том числе. Оля, пожалуйста, приступай к зарядке. Ну ничего себе, сколько фотографий со мной сегодня будет с самого утра. Столько приятного. А я сегодня покажу зарядку с этой резинкой, замечательной. Но если у вас нет резинки, не расстраивайтесь, вы сможете сделать зарядку и без нее. Мы ее одеваем на ножки. А если взять обычную резинку, которая есть дома? Получится? А как у тебя обычная какая резинка дома обычная? Есть? А какая денег? Просто резиночка. Вот такая большая резинка денег. Смотри, какие, да. Это не то. Но у меня получается лента, я ее связала. Я эту ленту могу использовать. А есть вообще резинки или спандеры, может быть, что-то с ними попробовать. Понятно. Да, в конце концов, сейчас в любом магазине можно и спандер купить. Да, их сейчас много, поэтому очень классная вещь. Я прям советую, потому что с собой в отпуск, в дорогу брать отличная. Я такое купила. Я тоже всегда беру, никогда не делаю зарядку, правда, но беру сам. Но беру обязательно. Мы шагиваем назад и в сторону и приседаем. Оп. Так. И в сторону. Шаг, и присел, вправо, шаг, да. И влево. И дышим. Всегда ножки на напряжении, потому что у нас резиночка на ногах. Хорошее сопротивление делает. Мы должны сделать таких 20 раз. Если у вас нет резинки, вы просто отшагиваете, приседаете, отшагиваете, приседаете. Приседать уже все, я знаю, должны знать, как делать. Максимально низко приседаем, таз отводим назад, колени не выходят за носок. Ну, я думаю, уже почти 20 раз получилось. Затем будем делать махи в сторону. Тоже можно делать без резинки. Пресс напряженный, отводим максимально в сторону ножку. Когда сделали 20 раз, делаем пружинку. Раз, два, три и возвращаем. Вот это самое сложное. Когда уже ножки подустали, потом добавляешь такое легкое упражнение, которое максимально тяжело сделать. Главное от него не отказываться, иначе вся тренировка будет. Да, и на вторую ножку то же самое. Делаем сначала махи, а потом эту пружинку. И это еще не все. Затем мы будем делать махи назад, чтобы хорошо проработать ягодицы и бицепс бедра. Интересно. Пресс напряжен. Какое упражнение будет у наших зрителей самое популярное из этого сета? Приседать. С которым сфотографируется, мне интересно больше всего. Перешлют фотографии на страничку Доброй Раницы ВКонтакте. И делаем пружинку. И возвращаем. Раз, два, три. И возвращаем. Пресс напряжен. Делаем и на правую, и на левую ножку. Все делаем по 20 раз, я напоминаю. Я думаю, что вы хорошо почувствуете свои ножки и ягодицы.